Прогнозы синоптиков всегда самая обсуждаемая тема для большинства жителей и городов, и маленьких поселков. Но для кого-то это еще и руководство к действию. Коммунальные службы в период снегопадов работают без выходных. Однако в такие дни успеть вовремя не так-то просто. Есть перечень первоочередных объектов, где должна проводиться очистка от снега. И есть тревожные звонки с мест, где из-за снежных заносов создается угрожающая обстановка. Вся такая информация стекается сюда, в зимний штаб, в муниципальный центр управления регионов. Обычный рабочий день. Эту интерактивную карту видят все сотрудники центра. Продвижение снежного фронта с 15 февраля. Где снегопады более интенсивные, а где менее, куда они движутся, просматривается до минуты и до метра территории. Известно и какое количество снегоуборочной техники выходит на участки. Принцип работы центра – устойчивая обратная связь. На каждое обращение с момента его поступления готовится ответ-отчет, по возможности фотоотчет. Зимний штаб, добрый день, меня зовут Дмитрий. Добрый день, Дмитрий. Я живу на Летной улице, напротив Экобазара. Снег не почистен. Обращение ваше зарегистрировал, направлю сейчас исполнителю в работу. Тогда как работы будут выполнены, мы с вами свяжемся, дадим обратную связь. В большинстве случаев речь идет именно о неотложных обстоятельствах, сложившихся в конкретном месте. Учитывая, что сегодня выпал снегопад, заявок более 50 вот на данный момент. Прошло уже половина дня, но вот не перестают поступать жалобы. Все, идут и идут. Сейчас большое количество обращений по деревням жалуются. Это особенно деревня Голенищево, там улица Радужная. Сроки у нас сейчас, как правило, 2-3 дня для обработки заявок. Если очень большое количество заявок, до 5 рабочих дней можем увеличить, так как подрядные организации просто не справляются. Увы, авральный режим работы становится привычным. Вместе с тем, этой зимой, рекордной на выпавшие осадки, накоплен немалый оперативный и результативный опыт. Есть обращение, сегодня поступило, подрядные организации находились рядом, мы, соответственно, выполнили там работы, очистили тротуары снега по Новоматищенскому. Вот заявителю прислали выполнение данных фото. По уборке снега жители всегда могут обратиться в зимний штаб. Вопросы рассматриваются ежедневно с 6 утра и до полуночи. Сергей Берзин, Денис Корнев, Первый Мытищинский.